25 октября в здании Института международных отношений и истории востоковедения состоялась встреча студентов Казанского федерального университета с депутатом Государственной думы Федерального собрания 7-го созыва, членом Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Айратом Фараховым в формате диалога. Студентов больше всего интересовал вопрос, как же обычному медбрату удалось пройти такой тернистый путь и стать депутатом Государственной думы. Также прозвучали вопросы, напрямую связанные с деятельностью Фарахова. Конечно же, кризис пройдет, конечно же, наступят времена, когда мы найдем решение. Но вот то время, когда он существует, конечно же, требуются колоссальные усилия, решения для того, чтобы этот этап пройти максимально спокойно. Айрат Фарахов принимает активное участие в развитии не только государственного бюджета, но и медицины. Диана Шилова, Евгений Максимов, Универньюз.